Ты где его выгуливала, Шарис? У Смоляных озер. Мистер Костелло, прошу, не делайте мне больно. Клянусь, я не хотела терять Бонни. Я просто отвернулась, а он исчез. И если это и вправду несчастный случай, Шарис, если ты не виновата, и он просто убежал, почему не убежала ты? Мы просрали 12 часов, разыскивая твою жирную жопу. Вы так любите собачку, мистер Костелло, вы такой сердитый. Я решила, вы ничего не станете слушать о том, как я потеряла Бонни. Вы бы просто решили, что это моя вина, притащили бы меня назад, связали и убили. Ну да, верно подмечено. Что тут скажешь? Подержи-ка. Ого. Да. Надо новый пистолет, босс. Знаю, но мне рукоятка нравится, синяя такая. Прости, Шарис, дело в том, что я его не смазываю. Прошу вас, мистер Костелло, я всегда любила Бонни как собственного ребенка. Первое. Я не хочу, чтобы этот образ застрял у меня в голове. Второе. Не надо пользоваться тем, что пистолет случайно дал осечку. Это подло. Говорят, у того озера постоянно собаки пропадают. Я трахаю одну норвежскую тёлку, так ей вернули пса. Его пару дней не было, а потом привели. Она выдала парню нормально денег и заподозрила неладное. Поспрашивала и узнала, что такая же фигня приключилась еще с тремя владельцами собак. Извини, Деннис, когда ты собирался мне об этом рассказать? Да я бы сразу рассказал, но мы всю ночь ловили толстожопую. Деннис, ты не мог бы навести справки? И вернуть мне, блядь, песика. Конечно, босс. А с жирной чё? Она проебала моего песика.